зовут Лара Шум. Кто не знает, познакомьтесь со мной. Сегодня мы встали в 6 часов утра. Я уже провела уроки по актерскому мастерству. Мы уже покатались на велосипедах. И теперь еще одно радостное событие. Ребята, первый раз в жизни буду кормить уточек. Мы сейчас, кстати, посидели, позавтракали на природе, выпили чайку. И теперь я делаю еще одно новое дело в своей жизни. Я кормлю уточек. Итак, внимание. Я беру хлеб. Уточки, кушайте. Ой. Я первый раз в жизни кормлю уточек. Вы представляете, в 44 года я первый раз в жизни кормлю уток. Утки. О, как это клево. Научитесь, ребят, каждый день делать что-то новое. Открывать какие-то новые горизонты. Чему-то учиться. Это так кайфово, это так классно. Рано вставать, сделать много дел и каждый день чему-то новому учиться. Вот так. Хлеб я не ем, кстати. Я за ЗОЖ, а хлеб, он не полезен. Всем пока-пока. Счастья, побед, успехов. Вау! Ты меня снимаешь сначала? Покажи велосипеды. И теперь меня.